Дорогая моя столица, 876 лет. Иду в театр на Ордынке, сцена Малого театра. Это метро Бабуновского. Двести шестьдесят восьмой сезон Малого театра. Премьера. Островский, «Горячее сердце». Художественный руководитель Юрий Соломин. Буфет Малого театра. Сцена на Ордынке. Бутерброды с рыбой, с колбаской, с возможной пирожной. Очень вкусно все, и кофе, и приятный аромат. Финал спектакля «Горячее сердце», драма Островского.